Так, Фельдман Экопарк, 27 августа, 17 год. И там батут, мимо которого я поднимался только что от озера внизу. Там веревочный городок. Здесь для копытных и парнокопытных загончик. А вот здесь у нас орлан белохвост. Сероватый. Это что, орлы? Сфоткай. Орла. Орла, сфоткай. Я не соображаю. У них тут и еды нет. Да ладно. Я знаю, что на них это. Душа нет. Конечно, маленькие мумии. Нет. Которые идут в хорошо. Нет, они питаются тряпками, мертвыми. Ну это прям как из Шрека. Звичайный конюк або Сарыч. Сарыч. У меня 4 шарика. Надо будет написать заявление. Там еноты, да? У них лет нет, там никого нет. Ракун. Раки ракун. Где он? Вон он. Надо его сбоку снять. Лестница. А он на полочке чуть выше лежит, видишь? Нет. Видите, лапка себе, готик такой серенький. Вон серенький комочек. Наш маркиз. Видишь? Вот он. Утомленное солнце. Это я уже в самые дебри забрался. Пугач звычайный. Я думал, пугач это тот, чем стреляют или пугают. Интересная капелька. Если смотреть так, то выглядит, как будто царь утонул. А если так, то как будто или в Муромце строительной плитой накрыло. Очень интересно. Голубый ухастый фазан. Прямо такие камин-аут. Хатынка пингвинов. Да ладно, какие пингвины. Тут плюс 35 даже было. Пингвины уже давно превратились в фазана. Кто у нас так чирикает? Ну а кто, конечно, попугайчики. Thank you.
Воздух, конечно, тут класс. Если рядом к копытным близко не подходить. По стеклу не стучать. Ира. Хорошо. Я приезжал сюда не для этого, чтобы по стеклу стучать. Никого. Выпустили в лес на подножный корм. Ну кто здесь хоть должен быть, хоть чтоб знать. Рыбенчатый дикобраз. Тебе, по-моему, тут только три. Или больше. Да что ж ты? Как же тебя увидеть через стекло? Да я говорю, у них какой-то тихий час. Там жарко, они умирают. Видно, ничего не видно, да? Может, мы дал тут 20. В общем, придется поверить на слово, там дикобразов. Что в таких случаях делать? Только стучать по стеклу. Вот это ракушка. Я представляю, как в этой ракушке шумит море. И люди, у которых клаустрофобия, тоже наверняка в этой ракушке шумят. Так, чувствую, по запаху идем к копытным. Сейчас пойдем, да. Лошадь Пржевальска, мустанг. Мимо. Кианг. Вообще разные бывают наборы букв. Как большая голова. Кианг. Азиат, что ли? Ближе ко входу и людей прибавляется, и животных, и это кианг. А чужих разлучили. Ну я целенаправленно по самым закоулкам решил пройтись, а то никогда в жизни туда не добредаю. Птички. Мы пошли к птичкам. Розовощёкий неразлучник. Розовощёкий балабольчик. Страусы. А вот он, вот он, я думал, обыкновенный нанду. Молодец какой, ничего себе маневрирует, как. А пишет, что ты обыкновенный, ты не обыкновенный нанду. Ни одной славянской фамилии, какой караул. Ой, а вон, смотри, какие. Господи, там еще что-то есть, ну что ж такое. Я сейчас так до Харькова добреду. Сколько же он гектар занимает?
Так, там тоже что-то жвачное наверняка. Что-то так машет то ли ушами, то ли хвостами. Экотропа. Экотропа.